Всем привет! Вы на канале про цирксный кретин. Были три поросенка. Ниф-ниф, наф-наф и наф-ниф. Ниф-ниф был младший братик. Наф-наф средний, а нуф-нуф старший. Однажды они решили построить дома от холода и от волков. Ниф-ниф решил построить дом из соломы. Он думал, что это крепкий дом, и быстрее всех закончил работу и начал отдыхать. Наф-наф второй закончил работу, он сделал свой дом из веток чуть покрепче, и поэтому работа была чуть подольше, то он начал отдыхать. Но вот Нуф-Нуф ему заняло 3 дня, и он тогда начал отдыхать. Его дом был из бетона и камней. Он радовался в этом домике, но он предлагал братьям сделать большой дом, каменный, но они не хотели. Однажды пришел волк. Все поросята спрятались в дома. Сначала волк решил съесть Ниф-Нифа и подул на его дом. И с первого раза вся солома слетела. Потом, когда солома слетела, Ниф-Ниф побежал к Наф-Наф, деревянный дом. Волк пришел, как дунет первый раз. Дверь отлетела, второй раз весь дом разлетелся. Ниф-Ниф и Наф-Наф испугались и побежали к Нуф-Нуф домой. Нуф-Нуф их пригласил домой спрятаться от волка и закрыл крепко двери. Волк как дунет и еще раз, но сил уже не хватает. Вдруг видит он, что можно залезть в печку. Залезает. Поросята услышали, как волк лезет. Решили положить огонь. Волк как испугнется, как закричит и сбежит. Поросята так обрадовались, что испугнули волка. Ниф-ниф, наф-наф и нуф-нуф решили жить в одном доме вместе, прятаться от волков. И так они жили долго и счастливо. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец.